Доброе утро. Добрым она будет, когда мы сейчас кофе выпьем. У меня на завтрак сырники. Вчера такие вкусные были в кафе, что сегодня утром встала, решила, хочу сырники. Два сырника и клубничное варенье. Девчонки, мальчишки, всем приятного аппетита. Кто завтракает? Все достаточно. Все, кофе сварился. Будем завтракать. Девчонки с утра себе яишенку с помидорами делают. Я не хочу, я прям сырники захотела. Продолжать рубрику «Уличная еда». Сегодня у нас сакс. Картошка по-деревенски. А соуса никакого нет? Есть и сырный, и... Можно мне белый какой-нибудь? У меня сегодня бутерброд. Так и называется сакс. У меня фирменный сегодня. Как не выключи. Нет, я не буду выключать. Ты сейчас говори. Тут курочка, салат. Томаты и все. Придется тянуться. А можешь мне как-нибудь сюда чуть-чуть? Валю, не переверни чуть-чуть, родной. Мы в парке еле как нашли место, все лавки заняты. Все, спасибо. Да. Раньше помнишь, как мы удивлялись, когда фильмы американские смотрели, что в кинотеатрах кушают? Думали, как так? Как можно было в кинотеатре? У кого есть влажные салфетки? Я не помню. Руки мыли. А, мы только руки мыли, точно. Мы от массажиста. У Люды такой интересный массажист. А поснимаем. Ну, как-то неудобно мне его снимать. Он будет не против. Очень интересный собеседник. Очень такой общительный. Сейчас я покажу наши клумбы. Он рассказывал и в Сочи, и в Крыму. У нас сегодня с ними были политические дебаты. Смотрите, какие клумбы красивые. Кто от чего балдеет? Я балдею по клумбам. Иди кушай, пока вкусно. Я могу с тобой поделиться. Я дома такие вкусные голубцы накрутила. Люда сделала с томатом. Почему только Люда? Ну, Люда с томатом. Нам всем сделала. Я тоже с томатом. Да? Но папе только без томата. Пол кастрюли сделала без томата и маленькую кастрюльку сделала с томатами. Ну, на живот ест уже как получается. Каша-то, макароны. Не знаю, даже я не брезгую. Сосиски мне не понравились. Правильно, я не брезгую даже. Какой воздух замечательный. Я сейчас картошку пойму, а то мне неудобно будет бутерброд есть. Чего я говорю, что неудобно? Какой большой. Нет, я хочу одну макушку снять. Я столько хлеба не поем. Вот так вот мы клематис сделали, подвязали. Карина купила решетку. Не знаю, мне не очень, правда, это нравится, но пусть будет, она этим заведует. Сегодня день медика, у нас сегодня шашлыки. Че, пойдем во двор, на улицу, да? Мара, пойдем. Яблоня у нас усыпана в этом году. На полу ветка с яблоками. Компот будем делать. Па, яблоня твоя любимая усыпана. Отец любит, они кислые.
всем жителям говорить. Мара, Мара не отходит. А ты нам ничего сюда не несешь? Мясо готово уже, да. Картошечка какая красивая. Мара нюхает, как будто кусочек просишь, да, Марусь? Одну картошечку можно мне для пробы? Вот эту вот. Это какая-то маленькая. Так поэтому и даю. Ой. Слезами на глазах. Нет, это действительно, Левонтий. Мы все время мы ездили, мы кто же Раша? Они все только... Почему я должен говорить? Кроме тебя так красиво никто не скажет. Левонтий, как сказать, ты харизматичный. Подожди, Лев, спасибо. Он дубинкой победит. Не он, а рассказывай. Так красиво сказал, клянусь, я прослезилась. Это не я сказал, я повторяю. Ну расскажи. Расул Гамзатов. В Дагестане я аварец. А он аварцем, да, был? Аварец. В России дагестанец, а за границей русский. Да. Давайте за нашу страну. Мы все русские, за границей мы все русские. На Старом Арбате огромный памятник Расулу Гамзатову стоит. Да, мы с Лолитой... Да. Чтобы все было хорошо. Потому что советская... Все, я из-за стола убежала. Покушали, чай с тортиком выпили и пошли политические дебаты. Не люблю я, когда говорят про политику. Мне она вообще не интересна. Посмотрите, какие сливы. В этом году, наверное, будем такие мали варить. Еще раз всех медиков с профессиональным праздником. Спасибо вам большое, что вы нас лечите. Нам всем крепкого здоровья, чтобы мы меньше обращались. Птички как поют. С этой сливы меня каждое утро будят птицы. Ладно. Всем спасибо заранее за сердечки. Спасибо за просмотры. Отдельное спасибо за комменты. До завтра.